Эти люди находятся здесь более 12 часов. Люди оказались, получается, заперты между Белоруссией и Польшей, и сейчас они находятся территориально на польской территории. Если те люди, которые в лагере беженцев, они могут как-то передвигаться, и наши белорусские люди, наши силовики оказывают им помощь, то здесь люди находятся как в загоне, и в этот загон их определила как раз-таки Польша и Евросоюз. Вот они способны только снимать на видео, вместо того, чтобы помочь этим людям. Yes. Которые открытым языком, текстом говорят, что они не собираются оставаться в Польше, они идут в Германию. Ну и польская армия, которая прибыла вот бороться с мигрантами, с беженцами, с детьми, женщинами, стариками. Как известно, из почти 3000 беженцев, которые сейчас находятся на территории стихийного лагеря белорусско-польской границы, почти половина — это как раз-таки дети и женщины. Но они это видят, да? Видят поляки. И все равно не пускают. Они пыляют.